Привет! Всем привет! А на всякий раз у нас не будет Лова, а на нас это! Это? А что это? Это будто! Это конструктор? А что мы будем конструировать сегодня? Домик такой! Домик такой! Мы можем сделать как трехэтажный домик, двухэтажный. Он большой, мама. Он большой, да. Или вот даже вот такой вот с террасой. Ты какой хочешь? Трехэтажный? Соню не видно вообще. Соня, ты где? Я тут. Ты тут? Да. Ты какой хочешь? Вот такой вот хочешь строить? Да. Кто тут у нас еще есть в наборе? Мама, папа. Кошка и Беба. Мама, папа, кошка и Беба. Отлично. Давай открываем тогда быстро. Да. Мама. Ты маму ищешь. Так вот, смотри, да, вот тут папа, тут Беба. Нашла, да? Где мама? Вот мама. Что это за штука такая? Раз. Мама, там два. И три. Это инструкция, да. И вот матрас. Сейчас мы достанем. На, посмотри, какие штуки. Вот инструктор. Мы вот такой будем трехэтажный строить, да? А вот есть еще вот такой вариант. Берешь такую желтую пластину, видишь? Желтую пластину. Вот она. Все отодвигаем. Это душ. Кошечка такая. В пакетике. А тут точка котел варится, смотри, да, вот сюда. Да. Чайничек стоит, смотри, вот здесь вот. Там уже на столе стоит. Вот это, что, мам, она будет цветочка. Давай будет цветочек чашка, давай. Это же крышка от унитаза, Санюшки. Соня, говорят, кроватки так сложила, да? Это ты для кошки кроватку, да, родинку? Да. Да, зеркало на умывальник. Мама, где это на надо? Да. Подожди, пока не ставь. Ну что, Заняшкин, мы сложили домик? Да, и будем им играться. Вот я такой вот у нас домик получился. Мама, тут двери. Мама. Вход с двух сторон в спальню. Да, и там тоже. Тут у нас спит мама, папа, Беба.
Тут у нас ванная с душем. Вот эта штука имитирует водичку. Ты матрасик кладешь? Да. Кухня, вид сзади. Да. Пик. Это оно еще превращается в такую пекарню. Вот они хлеб пекут. Работают на первом этаже, пекут хлеб. А на втором этаже ванна, и на третьем у них спальня. Будет этот домик. Может быть, как домик, так и пекарня. Так кафе. Как кафе, да. Здесь тоже, да, есть такое. Здесь тоже. Ну что, нравится домик? Да, очень. А чей это подарочек такой? Это Бэби. Это Бэбин подарочек. Да, и здесь есть Бэба. Видишь? Там есть Бэба. Покажи. Бэби подарили пупсика, в общем. Яси. Мама, яси. Мама уже спит, да? А Бэба с папой еще на улице гуляют. Сама? Все, начитала. Все. И я сама. Пустите в дом он. Пустите в дом, он кричит его. Да. А он позвонит, тут пим, звоночек. Нет, он сам обводит. Сам обводит. Он очень насосу, а мама бит стрелы. А чей он оделся, ну, белый. Мама! Что? Мама и Бэба еще спят. Еще спят. Мой канал.